Здравствуйте, время новостей. К этому часу о самых заметных событиях в городе. Живем на севере. Зарегистрировались? Предлагайте идеи. Основная причина – человеческий фактор. В городе отмечен рост пожаров. По рецепту врача, кто имеет право получать лекарства бесплатно. В Муравленко стартовал интернет-проект «Живем на севере». На платформах «Предлагай, решай» уже проводят опросы и голосования. Жителям города предлагают определить, как наиболее эффективно использовать территорию, прилегающую к детской площадке в городском сквере, и назвать свои темы для беседы с представителями власти на встречах в формате «Открытый диалог». Регистрация на портале «Живем на севере» простая, не занимает много времени. Ни одно предложение, оставленное на информационном ресурсе, не останется без внимания. Информационный ресурс «Живем на севере» прежде всего для тех, кому не все равно, что происходит в его городе, поселке, дворе. Своим участием в голосовании или обсуждении каждый житель напрямую влияет на те решения, которые принимают власти. А если хочется высказать идею, высказать свое предложение, то можно сделать это просто перейдя на сайт. И через некоторое время увидеть результаты своего труда. Муниципалитеты до 1 ноября должны принять 5-летние программы благоустройства. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на всероссийском совещании. Главное условие для реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» – активное вовлечение населения. Общественное пространство – это не только территория, а среда и атмосфера, которая должна быть удобной и интересной для людей. И создать такую среду, не вовлекая в проекты горожан, просто невозможно. В этом году мы убедились, что разработанная модель вовлечения людей в проекты благоустройства эффективна и удобна. Поэтому введем процедуру контроля ее выполнения. Одной из важных задач при формировании программ стало проведение инвентаризации территории. На Ямале по ее итогам в благоустройстве нуждаются около 2000 дворов и 312 общественных мест. В проекте с 2018 по 2022 годы примут участие 36 ямальских городов и поселений. В Муравленко за это время благоустроят 30 дворов, 19 общественных территорий и 4 сквера. В Муравленко более 5000 человек имеют возможность получать лекарственные препараты на льготной основе. Кто и как может воспользоваться своим правом, знает Оксана Шосток. Тему бесплатных рецептов подняли в социальных сетях муравленковские мамы. И неспроста. Дети до 3 лет и дети до 6 лет, но из многодетных семей, относятся к льготной категории. Это значит, что у них есть право на получение лекарственных препаратов, но не всех. С перечнем пациентов должен ознакомить лечащий врач. Каждый ребенок сам по себе индивидуален. Врач, естественно, подбирает, что ребенку назначать, что не назначать. Если это препараты в перечне есть, естественно, выписывается. Рецепт на получение лекарства бесплатно тоже выписывает доктор. Список льготников закреплен федеральным и региональным законами. Он не изменен. А вот перечень лекарственных препаратов утверждается каждый год. В соответствующий документ регулярно вносятся правки, поскольку одни препараты включаются в этот список, а другие исключаются из него. На сегодняшний день в списке более 600 наименований. Это отечественное производство лекарственные препараты. Порядка уже 80% составляет. Но в будущем это политика нашего государства, чтобы довести российский перечень лекарственных препаратов производства до 95%. Если препарат временно отсутствует, либо его невозможно заменить аналогичным, администрация аптеки обязана поставить рецепт на учет и принять меры к скорейшему получению лекарственного средства. По жизненным показаниям, экстренно по решению врачебной комиссии закупается самостоятельно. Нам выделяются деньги, порядка где-то 2,5 миллиона рублей. Когда человек знает, что по закону ему положено бесплатное лекарственное обеспечение, а врач по какой-то причине отказывает ему в этом, то необходимо потребовать с врача объяснения, и желательно в письменном виде. Либо обратиться к главврачу и вышестоящей инстанции. Оксана Шосток, Анатолий Шуликов, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Министерство труда предлагает запустить всероссийскую акцию «Подарок новорожденному». Этот пункт уже включен в план проекта основных мероприятий программы «Десятилетие детства». Если инициативу утвердят, то уже с нового года все мамы новорожденных будут получать подарочные наборы. Предполагается, что в его составе будут подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые малышу вещи. Большинство муравленковцев такую инициативу поддерживают. Я считаю, что акция нужна именно малоимущим матерям и одиноким матерям. Первое время, что должна быть такая помощь. Акция будет приносить мамочке радость
и ребеночка. Я думаю, что поддержка материнства, матерей, детства – это очень важные акции, которые необходимы нашему государству. И для поддержки, чтобы у нас деток было много. Бывает, что финансы не позволяют купить что-то самому. Поэтому такая помощь, я думаю, будет нормальной. В Муравленко завершился первый этап призывной кампании. Из 154 молодых людей призывного возраста, получивших повестки, 39 отправлены на дополнительное обследование. Более 20 юношей уже получили заключение ноябрьских специалистов. Допущены к прохождению службы 79 человек. Чуть позже станет известно, в каких именно войсках будут служить наши призывники. Подведены итоги городского творческого конкурса «Мы против коррупции». В оргкомитет поступило более 40 работ от старшеклассников и студентов колледжа. Конкурс проводился по двум номинациям – эссе и плакаты. Эксперты обращали внимание на социальную значимость и качество воплощения идей. Потрясающе отразили, и чувствуется, что они не просто сели и нарисовали эти рисунки, плакаты, а изучили тему именно со своей детской позиции. И что, на мой взгляд, самое важное, а также в сочинениях эссе, как раз детям нужно закладывать изначально это, чтобы они вырастали и уже собственными принятиями решений, поведением, поступками как раз и никоим образом не совершали тех или иных действий, которые порождают коррупцию. В Муравленко возросло количество пожаров. Основные причины – неправильная эксплуатация печей и аварийный режим работы электрооборудования. Тему продолжит Инна Юшина. Только с начала года в городе из-за неправильной эксплуатации печей произошло 5 пожаров. Один человек погиб. В целях профилактики сотрудники отдела надзорной деятельности проводят рейды в дачном поселке «Дружба». Гражданам необходимо напоминать требования пожарной безопасности, так как от их знаний зависит жизнь и сохранность имущества. В зимний период особое внимание стоит уделять исправности электронагревательных приборов и печного отопления. Особое внимание специалисты советуют уделять чистке дымоходов. Сажа может стать причиной пожара. Все правила, которые важно знать и соблюдать, прописаны в памятках. Если какое-то возгорание, да, вы приезжаете на свой участок, вы обязательно предупреждаете, что у вас здесь газовый баллон. Валерий Кехи купил дачу совсем недавно. Отремонтировал крышу, сделал косметический ремонт. Вложил силы и средства. Огонь же может уничтожить все старания за несколько минут. Замечания мы получили, там некоторые есть незначительные. Будем устранять, так как оно и для нас, и для безопасности, и соседей, и нас тоже. Так что будем все делать. В этом году зарегистрировано 7 случаев возгорания автомобилей. Причина одна – неисправное электрооборудование. С наступлением зимнего периода необходимо провести сезонное техническое обслуживание автомобиля. Запрещается использовать самодельные нагревательные приборы, а также изменять конструкцию уже установленных подогревов автомобиля. Необходимо ежедневно осматривать состояние электропроводки и топливной системы автомобиля. Еще одна опасность – розетки для подогрева автомобилей. Летом демонтировали около 45 таких самовольно установленных приспособлений. Но буквально на следующий день горожане устанавливают новые. Не менее метра до ограждения, а тем более на детской игровой площадке, ни в коем случае не должны находиться посторонние предметы, кабеля, кабельная продукция, тем более сами установка этих розеток. Мы эти розетки стараемся демонтировать. Во всех случаях причинами пожаров является человеческий фактор. Сотрудники отдела надзорной деятельности уверены, что профилактические мероприятия уменьшат негативную статистику. Инна Юшина, Владислав Дроботов, Сергей Шелофан. Новости Муравленко. Муравленковцы Елизавета Карпова и Тимур Рахимов представят Ямал на всероссийском конкурсе «Лидер 21 века». Он пройдет в ноябре в Казани. Ребята успешно преодолели региональные этапы и стали победителями конкурса «Будущее Ямала». Впереди у Елизаветы и Тимура творческие состязания. За звание лучшего лидера поборются руководители детских и молодежных объединений со всей России. Каждый участник представит креативную визитку и социальный проект. Проект я буду представлять антикафе в игровой форме на базе молодежного ресурсного центра. Как я к этому готовлюсь? Я изучила всю литературу по социальному проектированию, чтобы правильно и грамотно написать проект. Также изучила историю антикафе, когда она родилась, где, в каком городе. На самом деле я не еду туда с целью победить. Я еду туда с целью получить новый опыт и привести в город что-то новое. Конкурс «Лидер 21 века» каждый год объединяет самых активных представителей молодежи. Его цель – формирование условий для развития общественных объединений региона. К этому часу это все новости. Больше подробностей уже в 18:30.